Приветствую вас на моем канале. Массаж мозга, пятая серия. Предложенные вами кандидаты сейчас будут рассмотрены. И я призываю вас проверить мои подсчеты методом маятника, биорамки или пальцевым методом. Сейчас я про него вкратце скажу. Метод простой, хоть не идеальный, но тем не менее, за неимением, так сказать, других вариантов, если у вас нет, я этими инструментами не пользуюсь, я по-другому считаю. Значит, берете, соединяете вот так пальцы и раздвигаете в сторону руки, задавая вопрос. Вот конкретно по цифрам. Вы подбираете цифры, например, мы считаем у человека 1000 и, да, у него есть уже, да, и вот вы так ставите и говорите 100, 100 есть, у него больше 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. И вот тут может слететь, да? Вот. И, ну, и в минус, и в плюс. В общем, вот этот сам принцип вы должны понять. На неправильную цифру или информацию будет расслабление мышц. Это, по-моему, кинестетика, что называется. Ну, то есть мышцы знают через подсознание верный ответ. И если ответ неверный, они не могут держать силу. Они расслабляются. Ну, вот этот метод можете использовать для проверки того, что я посчитал. Всем приятного просмотра.